И снова всем здравствуйте. Я набрала водички. У меня есть еще немного зарядки на телефоне. Похрустим мелочком, глинками. Ну, глинками не похрустим. С размоченной, так скажем, глинки будут. Так, давайте мы остановились на меле Андреевском. Мел Андреевский пересушенный тоже, ну, песочный, очень песочный, со строительным вкусом. Мне это нравится. Я люблю строительный вкус, песочные сорта. Последний из мела. Глиномел Волынский. Тоже пересушенный. Сразу в кашку, без крупинки, очень твердый. Давайте я положу его и в мокром виде его поем, похрущу им, а пока простите, чуть ли в камеру не плюнула. А пока мокрый мел. Ой. Вот у меня Волынский замачивается, только что положила, и Васень Поля, я сейчас проверю. Не развалился он на кусочки? Нет, больше не разваливался. До этого он весь развалился. Он уже лежит примерно час в воде. Должен быть очень мокрый. Вот такой вот с прожилками железа.
появилась более, более сливочная структура. Мне кажется, более яркий вкус. Чак, лав. Thank you. Crazy editor and a beautiful eater. Much love to you. Thank you. Love to you too. What do you mean by crazy? Thank you, crazy in the sense, next level, superb editing. Thank you so much for your lovely words. I do not think that I'm next level. I think that I just practice and try to do better and better edits. Василь Поли в мокром виде мне напоминает чем-то двуречие. Похожая структура. Но вкус немножко другой. Так, дальше. У меня есть вот такая красота. Это красная украинская глина, замоченная в кипяточке.
одной я не пробовала. Года три. Она точно вкусная, сливочная, мне очень понравилась. Как будто бы жирная. Угу. Ну, я знаю, что у нее еще есть печной вкус. Может, из-за того, что она мокрая, я его не почувствовала. Я когда грызла ее в сухом виде, там был печной вкус. Ну да, она вкусная, не скрипучая. Точно войдет в мои любимчики. Please can you try posting it to YouTube? I missed the beginning. Yes, of course. I will post it on YouTube. Just a little bit later, I think, like maybe 6th or 7th of May in a week, because I have other videos in line. I will save it to Telegram after I will end the live. Thanks, love you. Знаете ли, очень пекут губы. Такое чувство, как будто у меня покраснело вот тут и внизу. Из-за того, что я салфеткой постоянно протираю, и она влажная, пекут. Так, наверное, надо попробовать с мелочком. Давайте вот такой маленький кусочек любимки, я не помню, просто, по-моему, все остальные твердые. Избавимся полностью. Вот такое вот грязное получается видео. Грязный эфир. Не для слабонервных. Это очень вкусно. Очень вкусная глина. Давайте попробуем с мокрым мелом.
Мокрый мел. Глиномел волынский. Давайте сначала попробуем его без пасты. На вкус. Мне все перемешалось во рту, но это глиномел. Даже в мокром виде. Такой сливочный. Я чувствую сливочность. И давайте с пастой красной украинской глины. Что за глиномел? Глиномел волынский, украинский. What is the name of chalk and paste? Chalk is clay chalk, natural clay chalk, Ukrainian variety called Volynsky. Paste, this is red Ukrainian clay soaked in boiling water, but it's not boiling now, it cooled off. The taste is creamy and oveny, I think. I don't know how to say it. It's like something out of oven.
вместе вкус сливочный, если капечный. Вкус ледомела не чувствую. У меня садится телефон. Давайте дохрустим вот этот кусочек. А я пойду. Нахрустелась, ребятки. Так что вкус стены показался. Да, печной стены. Точнее, стены, измазанной глиной. Всем спасибо, кто был на эфире, кто комментировал, лайкал. Спасибо, что смотрите. Всем хорошего вечера. Всем пока.